Ну что, а куда мы едем сегодня? Мы едем в Коломну. Так, похоже, там сидит какой-то очень знаменитый человек. И этот знаменитый человек — это Артём Чекулаев. Куда сегодня направляемся? В Коломну. Что мы сейчас делаем? Мы ждем Лёшу. Мы где-то в районе Кузьминок. Какие подробности? Приедет Лёша, заберет нас и повезет в Коломну. Мы сели в машину. Мы едем. Пока стоим в пробке, правда. Алексей, что скажете? Как ваше утро прошло? Утро прошло замечательно. Да, да. Мы очень ждем твой рассказ, потому что зрители должны знать, с какими трудностями мы сталкиваемся, когда нам нужно выезжать на гастроли. Единственная трудность — это... Нельзя матом, Артём. Это то, что вы все болтаете. Сегодня надо было переобуть... Ну, покажи там киса. Это я, когда встречаюсь с вами. Так, Лёша, мы ждем рассказ. Сегодня надо было переобуть машину, чтобы мы могли нормально доехать до Коломны. И я с утра поехал. И собственноручно поменял колеса. Лёша героически встал в 6 утра, поехал в Королёв, заехал в гараж, перекинул резину и поехал к нам. Да, сделал балансировку. А, кстати, как ты сделал? Не сделал. Не сделал? Блин, надо делать. Как перед каждым сезоном надо делать. Это... Да, мне видно. Классно. В общем, пока мы ехали, Вера сломала шею. Случайно. Да, да, да. Что такое говоришь? Ну вот у нее шейник, видите? Вот. Это называется воротник шанс. Воротник шанс? Шанса. Шанса? Да, надеваешь, да. И у тебя после этого шанс есть. Шанс выжить. Послушать. Он мне вернул ее всю покусанную. Я говорю, а что за фигня, Леша? Он говорит, да попугай просто ее похавал. Я говорю, прикольно. А мне что теперь делать? Она уже никуда не влезает, видимо, в такие кассетники, да? Ну, он сам вот эту вот упаковку, да, как бы растрепал всю просто. Слушай, у меня были прецеденты, когда я менял магнитную ленту в этом корпусе. Сейчас я, которые были нужны. Че не понял? Ну, кассету менял корпус. Лента осталась. А еще методы склейки скотчем с двух сторон на магнитные ленты порваны. Было дело? У меня было. Андрей Поляков, добрый день. Добрый день. Как вы относитесь к городу Коломна? Потрясающий город. Я даже как-то раз справлял здесь в нем Новый год. Отлично. С кем? С кем? С друзьями. С друзьями. С какими друзьями ты справлял Новый год в Коломне? Хорошим. Где я была? Это те друзья, которых у тебя теперь нет? Да. Видимо. Мира только что исполняет молитву сонному воину. Тариф Билайн. Просто Мира хотела... Чем обманываете вы нестремительности любви, изгибаний, извиваний длинно вытянутых тел, и заласкиваете вы немедлительности мили, ласк пьянящих, уводящих в неизведанный предел. Я русский. Да, надо идти. Привет. Так, историческая встреча. Андрей. Привет, привет. Алексей, Татьяна. Можешь всех запоминать. Главное. Танюш, помаши ручкой. Вот, смотри, пошли. У меня вот это вот надо включить, прошу. Сань, что-то Леша такой распутал, какой-то. В поиске. О. Короче, у меня проблема. Я не понимаю, либо это провод нерабочий, но такое может быть, потому что он фиг на что-то сделал.
Звука нет. А ты... Артём изменяет своему рабочему барабану. Сегодня рабочий. С нами вот этот вот барабанчик. Раз, два, три, оп, не работает. У меня тут все включено. Нет, вы ждете меня. Да, лучше забронировать и быть уверенным, что все будет хорошо. А через сколько вам приедем? Лучше забронировать. Ну, скажи, через полчасика. Нет, сколько ехать? Мне 20 минут нужно. Да, все 10 минут, мне кажется. Ну да. Ну что, звезды кушать желают, да? Да, мы сейчас едем снимать рубрику «Волшебные пожелания». Куда мы едем? В рульке вверх. Мы едем в рульке вверх. В общем, с вами рубрика «Стоп-хам», и сейчас мы будем останавливать нарушителя, который едет по пешеходному переходу. Здравствуйте, «Стоп-хам». Короче... Ты поляков не сел. Поехали, блин. Здравствуйте, «Стоп-хам». Вы знаете, что это пешеходная погнали зона? Погнали быстрее, пока менты не заметили. Быстрее, пожалуйста. Так, мы уже проходим, между прочим, смотрите, что. Узнаете? Мы отчаянные туристы, ходим под дождем, под снегом. Смотрите. Коломна. Кремль. Туризм. Ну что, вас приветствует наша любимая рубрика. Пожрать. Ну что, вас приветствует наша любимая рубрика. Еще не всем принесли. Ну, пока ждем, да. Но уже что-то есть. Кроссвордик есть. Уже почти все разгадали. Ну что, что вы скажете? Сейчас что-нибудь скажем. А мы скажем сытно и хорошо. Ой, тебе помню, я достану дом. Хочу
на меня теперь. Теперь на меня. Раз, два, три. Еще раз. Еще раз. Да, не так. Все, спасибо. Ребят, а вот это ваше добро? Да, слушай, Маш, ну королева. Так хорошо, наверное, хоть к мне еще не ходить. Где мое?